Всем большой привет, и я очень рада видеть вас сегодня на моем канале. Этим видео хочу продолжить свое видео о фаворитах и хочу ответить на 15 летних вопросов. Это будет летний так, который я увидела на канале у Ярославы, у потрясающей красоты девушки. И мне было бы очень интересно, чтобы вы тоже ответили на какие-то из этих вопросов, возможно, на все вопросы, и мы бы с вами пообщались на тему «Лето 2014». Ну а если вам интересно, как на 15 летних вопросов отвечу я, то продолжайте смотреть это видео. Итак, первый вопрос. Твой любимый продукт для придания загорелой кожи, сияние, бронзер, крем для загара и так далее. На самом деле автобронзантами я не пользуюсь, ну а вот бронзер самый любимый у меня на протяжении уже, наверное, нескольких лет. Это бронзер десятка от Benefit. Здесь находится как бронзер, который имеет такой золотистый подтон, такой золотистый шиммер. И также здесь вторая половиночка – это розово-золотистый хайлайтер. Отличный бронзер, который действительно придает, знаете, такое сияние, такое загорелое лицо, загорелое декольте, все такое блестящее и очень-очень действительно летнее. Второй вопрос. Какую книгу ты могла бы порекомендовать для летнего чтения? На самом деле, я считаю, что летом, валяясь на пляже, лучше всего читать какой-нибудь глянец. Какие-нибудь потрясающие красивые журналы, чтобы там были макияжи, различные маникюры, педикюры, чтобы там были потрясающие наряды для того, чтобы вдохновляться. Ну, а если вы находитесь в городе и не знаете, что бы вам почитать, то возьмитесь, конечно же, за классику. Например, прочитайте «Войну и мир». Спустя лет 10-15 после прочтения эта книга воспринимается совсем по-другому, воспринимается и произведение по-другому, и мир тогда, и мир сегодня. Так что классика – это очень интересно, особенно спустя много-много лет. И на самом деле, каждый раз, когда вы читаете классическое произведение вновь, оно почему-то открывается всегда с какой-то другой стороны. Вы всегда находите, по крайней мере, я всегда нахожу какие-то моменты, которые меня завораживают, моменты, которые я, например, не помнила. Это очень интересно. Да, классика, она есть классика. Третий вопрос. Твой аромат этим летом? На самом деле, этим летом есть у меня много ароматов, но аромат, который меня покорил, аромат, который сделал меня, наверное, поклонницей такой селективной парфюмерии, это аромат от Джо Малон, и у меня это аромат «Колокольчик». Аромат потрясающий, он действительно звучит, он звенит, он обволакивает, он нежный, он цветочный, он, может быть, даже какой-то зеленый. Он очень-очень приятный, он женственный, он под платье, он под джинсы, он просто подо все. Он настоящее, звенящее, яркое, потрясающее лето. Следующий, четвертый вопрос. Солнце светит и пора выйти на улицу. Чем займешься? Любимое занятие этим летом. На самом деле, это лето у меня рабочее лето, поэтому так получилось, что самым любимым занятием этим летом у меня стала прогулка по набережным. Вот действительно, это что-то очень потрясающее, это что-то очень интересное, это каждый раз что-то новое. И гуляйте по набережным, и не только в Москве. Пятый вопрос. Ты загораешь на пляже и очень хочется перекусить. Любимая еда на лето в жару. На самом деле на пляже и в жару, наверное, самая моя любимая еда – это какие-нибудь различные фреши. Фреши из арбуза, фреши из манго, может быть, что-то со льдом, может быть, даже что-нибудь из мороженого. Вот, наверное, скорее всего, это самые любимые перекусы, потому что очень жарко, есть не хочется, а фреш – это всегда очень расслабляет и освежает. Шестой вопрос. Солнцезащитный крем – это необходимость. Летом какой твой любимый? Лицо, тело или оба? На самом деле, этим летом, к сожалению, мне что-то как-то не удалось воспользоваться солнцезащитным кремом для тела. Ну а для лица, как вы уже знаете, мой самый любимый крем для лица – это SPF 50 от марки Kiehl's. Я о нем говорила уже неоднократно. Он легко наносится, он прекрасно защищает. И вообще, это очень-очень достойный продукт. Следующий, седьмой вопрос. После жаркого дня как ты приводишь себя в порядок и чем освежаешь себя? На самом деле, самая, наверное, приятная процедура после
рабочего дня, либо после прогулочного какого-то дня, это попасть в душ. Причем в какой-нибудь прохладный душ, чтобы был приятный какой-нибудь освежающий гель. Можно сделать ванночку для ног, затем намазаться каким-нибудь освежающим кремом для тела. И, конечно же, завалиться на диван, например, с тем же прекрасным фрешем, почитать замечательную книжку, возможно, поболтать в интернете, посмотреть видео на YouTube. Вот, наверное, именно каким-то таким методом лучше всего освежаться в жару после рабочего дня. И именно так поступаю я. Следующий 8-й вопрос. Какая прическа любимая этим летом? Распущенные волосы, хвост или коса? Ну, несмотря на то, что я сегодня попыталась быть перед вами с распущенными волосами, на самом деле практически каждый день я делаю себе какие-нибудь хвосты, какие-нибудь, я не знаю, там... плетение на голове, какие-нибудь завороты с невидимочками, но я убираю волосы, потому что именно этим летом очень жарко, и всякие хвостики, ракушки, завитушки – это прически на это лето для меня. 9-й вопрос. Любимый лак для ногтей. На этот вопрос я отвечала... совсем недавно. Я оставлю ссылку на мои любимые летние лаки, и это был не один лак, их было несколько, но я думаю, что они все были очень достойные. 10-й вопрос. Иногда очень хочется просто валяться и смотреть кино и сериалы. Какие шоу, фильмы, сериалы ты порекомендуешь для лета? На самом деле, заставить меня смотреть сериалы, это, наверное, будет очень трудно, и заинтересовать меня какими-то сериалами, это тоже достаточно проблематично, потому что я не очень люблю длинные фильмы. Я больше люблю просто фильмы. Для меня кино – это одна из важнейших составляющих, наверное, моей жизни. Кино я очень люблю, кино я смотрю очень много, и этим летом я тоже смотрю очень-очень много фильмов. Помимо того, что я хожу в кинотеатр и смотрю, наверное, все новинки, которые выпускает Голливуд, скажем так, я также смотрю много фильмов и дома. Я пересмотрела... кстати говоря, дома последние две новинки с Кэмерон Диаз. Потрясающая актриса, потрясающая девушка. Фильмы легкие, веселые, их можно посмотреть по одному разу для того, чтобы ознакомиться. Ну а самым, наверное, таким большим моментом этого лета это были фильмы с Лео Ди Каприо. Я их пересматривала. Это один из моих самых любимых актеров. Не только потому, что он, несомненно, красавец, но... потому что, в первую очередь, я считаю его очень большим актером. Это действительно потрясающий актер, которому, ну, лично я верю. Я пересмотрела с ним, наверное, этим летом все фильмы, что-то меня вот как-то притянул он, чтобы я пересматривала его фильмы. Они очень интересные, они очень... какие-то загадочные. Я пересмотрела и «Гэтсби», и «Начало», и «Поймай меня, если сможешь». Я еще раз посмотрела «Проклятый остров». Очень хороший актер, всегда интересные фильмы и всегда вот просто попадание в десятку, ну, по крайней мере, лично для меня. Следующий вопрос, 11-й. Ты предпочитаешь тональную основу, BB-крем или Tinted Moisturizer летом? Я предпочитаю тональный крем вне зависимости от сезона. Это вообще моя такая, наверное, фишка. Я больше всего люблю в декоративной косметике тональный крем. Следующий 12-й вопрос. На улице жарко, светит солнце, солнцезащитные очки или шляпа? Шляпы у меня никогда не было, я шляпы никогда не носила. Максимум, что может быть, бейсболка, но только на пляже. А так, на протяжении всего лета и на протяжении всего года это солнцезащитные очки. Носите солнцезащитные очки для того, чтобы защитить ваши глаза, чтобы защитить ваше лицо от преждевременных морщин. Не стесняйтесь этого, делайте это на протяжении всего лета и на протяжении всего года. Что я хотела сказать. Последние два вопроса. 14-й. У тебя есть ли планы на лето и что бы ты хотела успеть сделать? На самом деле никаких планов на это лето у меня нет. Но единственное, что бы я хотела сделать, и надеюсь, что я успею это сделать в ближайшие дни, я очень хочу посетить аквапарк. 15-й вопрос. Лето не может быть летом без мороженого. Если бы ты могла создать свой собственный вид мороженого, какое бы оно было? На самом деле, самое
любимый вид мороженого для меня – это обычный пломбир. Но также я люблю еще мармеладки. Вот, наверное, я бы соединила бы пломбир с мармеладом, положила бы это все в большое ведро, взяла большую ложку. И вот именно так бы я освежалась и восстанавливала силы после рабочего дня. Если вам было интересно, то обязательно ставьте пальчики вверх, ответьте на вопросы в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. И пока-пока!